На 12-м Гайдаровском форуме обсудили будущее налоговой системы на одноименном заседании. Этот форум прошел дистанционно. Россия и мир после пандемии стала главной темой на форуме. Руководитель ФНС России Даниил Егоров обозначил три главных направления, на которых служба и сосредоточится в ближайшие годы. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».